Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, а это говорит о том, что сегодня наступил понедельник, и мы забираем свои награды. Так, ну что, Лига Мастеров, 3 звезды, как обычно. Так, и вот они, наши, ребят, награды. 75 платиновых осколков как раз нам не хватало для того, чтобы прокачать очередного нашего персонажа в платиновый ранг. Так, задание. Давай заберем здесь награду. В магазине откроем бесплатно колоду. Нам бы сегодня накопить мутагена побольше для того, чтобы прокачать Бакстера Стокмана на 100 уровень. Так, секундочку, что у нас там еще остается? Серия испытаний. Давай быстренько пробежимся, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Поехали. Потом найдем на... Скорее всего, на Донателло дальше космос будем искать очередные наши недостающие детали, да, чтобы прокачивать ему скиллы. Но вначале разберемся с этими. Так, минус или не минус? Ты смотри, как Ксивер Монтас выдержал, да? Причем у Саги соточка, а Ксивер Монтас был всего лишь 80 уровнем. Такой себе персонаж, да? Живучий, можно так сказать. Ну что тут у нас? Макмен, ага, Крип. Сейчас мы посмотрим, что мы можем здесь с тобой сделать. Массовую атаку, в принципе, да? Дай-ка я сделаю вот так вот. Крип может в любую секундочку встать в стоечку. Надо его ушатать как можно быстрее. Отлично. Так, консервная банка что-то тут выпендривается. Ну, наверное, я сделаю тройной укус по пиццелицему. Интересно, мы его уничтожим? Да. И вертушку. Хотя здесь уже нет смысла ее делать, потому что здесь остались клан футовцы, ну и консервная банка. Я думаю, мы и так справимся. Так, минус банка и минус клан фут. Все. Здесь мы с тобой прошли. Так, сейчас мы еще посмотрим, что у нас на этой неделе разыгрывается, какой персонаж и какие будут у нас испытания. Так, здесь забираем. Отлично. Так, ну что, поднять уровень персонажа, это сделаем чуть позже. Сразиться в боях. Так, ребят, ну что, по поводу поднятия в платиновый ранг. Очень-очень-очень много мне ребят писало поднять либо Леонардо Видение, либо Микеланджело. Так, сейчас я посмотрю. Микеланджело, разве я его могу прокачать? Так, ну не про оригинал был разговор, а про майки. Сейчас, секундочку. Слушайте, Микеланджело Космос у нас только. И Леонардо Видение. Ролевой. Но я так понимаю, что вы писали Микеланджело Видение. Кто-то, я помню, голосовал, ну там совсем немножко было голосовов про Макмана, типа подними Макмана в платиновый ранг. Но все-таки больше всего было про Леонардо Видение. Ну что ж, друзья мои, раз Леонардо Видение, значит Леонардо Видение. Поехали. Поднять ранг. У меня хватает хоть мутагена? Нет, не хватает. Придется нам с тобой еще заработать мутаген для того, чтобы его прапать. Так, а здесь у нас что? На турнирке, как ты видишь, у нас разыгрывается Крип на этой неделе. О да, друзья мои, эксперт у нас усиление технодрома. Это же круто, потому что здесь мы сможем с тобой фармить Кренга. А на классической боне мы с тобой сможем фармить и Бибопчика, и Рокстеди. Также классического Шреддера и, естественно, Кренга. Ну, девичью силу в расчет не берем, здесь Шинигами, как обычно, и Кунаичи. В общем, вот эта неделька мне нравится. Очень даже неплохая. Так, ну что, а мы с тобой что? Пойдем буститься, наверное, я так понимаю, да? Потому что в любом случае нам сейчас ничего не сделать. Хотя мы можем сразиться в боях. Давай-ка мы, наверное, сразимся в боях. Только вот найди теперь, да, где у нас... Вот он, Донни Космос. Поехали. Так, до 6-й ступени. Твою налево, здесь же тоже нужен нам мутаген. Ё-моё. И что-то мне прикажет теперь разорваться. Давай, наверное, будем копить вот на этот супер-руба-мега-отряд 5.
Так, найдем вот этот вот геймпад. Нет, на самом деле это джойстик. Так, джойстик мы с тобой нашли. Дальше нам нужно найти три вот таких вот журнала. Раз, это комикс какие-то там. Дьявольские мертвецы. Вот это название, да? Так, вроде бы нашли тоже, да? Окей. И остается найти нам 8 вот этих вот пультов. Раз. Два. Так, два только пульта нашли. Так, три. Четыре. Ну давай, давай, давай. Четыре. Да ёк-макарёк, ну... 5, еще 3 остаются. 6, 7 и последний пульт. 8. Все, очень быстро мы нашли. То есть можем прокачать. Но опять же нужен. Хотя здесь можно и так сделать. Все, до 3 ступени мы прокачали супер робо мега отряд 5. Это то есть выпускает, ребята, луч из. Из какого-то механизма, который у него находится на груди. Я так и не понял, где он здесь находится. Так, ну что, забираем здесь награды. Ну и как всегда, по старинке, ребята, мы начинаем с турнирной арены. Поехали. Чем дальше мы пройдем, тем больше и быстрее мы с тобой накопим мутаген. Так, ну что, 17-й. Какой 17-й? 18-й и 16-й уровень против нас. А мы с тобой начинаем с 45-х. И, кстати, Рокстеди, как ты заметил, уже имеет 51-й уровень, потому что он может прокачиваться дальше. Благодаря тому, что он повысил себе ранг. Начнем с массовых атак. Давай, Донни, жги. И он поджег. И он поджег их всех сразу же одним ударом. Так, едем. Сегодня буст, ребята, откат произошел буквально полтора часика назад. Так что, я думаю, у нас хватит запала дойти сегодня до Лиги Сёгунов 3 звезды. В идеале, может быть, даже до мастера. Опа, сразу 1 из 12. Неплохо. Вот это я понимаю. Фарт. Сразу 11-12. Отлично. Так, ну что? Есть у кого здесь? Есть. Но он опять же, наверное, не добьет их. Хотя должен. Отлично. Бомбочка сработала как надо. Блин, такое ощущение, что я немножко подпростыл, ребят. Я вот встал, у меня что-то немножко голова болит. Насморк. Конечно, я понимаю, вам это неинтересно слушать. Но у меня такое состояние, знаешь, немножко одурманенное. Возможно, может быть, я даже говорю себе как-то в нос. Почему-то у меня такое впечатление. Так, ладушки, давай-ка вот 12-13 или еще что-нибудь в этом роде. Не надо мне 11-12, уже это мы проходили с тобой. Так ведь? Вот 12-13, отлично. Ну, как ты видишь, тут ранг 23-й, 24-й, 25-й это максималка. А у нас до сих пор еще 50-й, 54-й, 55-й. Так что, опять же, очень большой перевес в нашу сторону. И они даже пикнуть здесь не успеют. Ну как, пикнуть-то не успеет. Ну только что пикнуть. Все, ребят, видели, да? Почему, интересно, вот Пит падает, как будто неживая статуя. Как будто он превращается в камень и просто рухается назад. Как будто его паралич какой-то взял. Ну что, ребят, тем менее мы с тобой переходим на элиту. Одна звезда. То есть начало довольно неплохое. И мы с тобой ролим до... Вот 12-14 сразу выходит. И уровень бойцов, именно противников, повышается с каждым разом. Уже тридцатники. То есть еще боя 3, и они уже будут где-то на 45-х, может быть даже 50-х. То есть мы ускоряемся, проходим. И они, соответственно, тоже, да, нас как бы догоняют. Ну это понятно, Лео, это было бесполезно, потому что скилл у тебя не прокачан. Тут можно сделать какую-то помарочку. Ну, а Рафаэль, конечно, отжигает. Ну что же. Нет, но самое главное, что эта неделя дает нам возможность пофармить Крэнга. Вот это меня очень радует. Шансы, конечно, будут очень маленькие, но все-таки они есть. Ну, а мы в элите 2 звезды и 84-я позиция. 84-я... Так, подожди. Давай-ка мне... 12, может 13. Во, 13-15 нашли. Пока еще до сих пор они топчутся на 30-х рангах.
Точнее, не рангах, а 30 уровнях, конечно же. А у нас уже, тем не менее, фулл команда. То есть все персонажи отыгрывают. Теперь уже начинается действительно реальный прирост кубков. Погнали. Бросим баллончик. Тю. Баллончик вообще никого не... Прикинь, этот баллончик вообще никого не забанил именно по скиллам. Ну-ка, дрон. Ага, минус двоечка. И Рафаэль добивает Рафаэля. Все. Здесь нормуль получилось, и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, сможем ли мы перейти сразу же с одной, как говорится, вот этой битвы на следующий ранг, или же нет. Смогли. Элита 3 звезды, ребят. 80-я позиция, отлично. Так, ну что, значит, сёгуны, да? Точнее, самураи нас ждут. 13-16. Сразу они сами подкинули мне такой шанс. Мне не надо было даже ролить, искать. Отлично. Так, ну что, друзья мои, завтра выходит Стражи Галактики. На втором канале обязательно будем проходить. Также выходит вторая часть Darkness Dungeon. Правда, я так понял, ребята, она на английском языке. Не особо, конечно, хотелось бы играть на английском языке, но, наверное, все-таки будем в нее играть. Ну, по крайней мере, обязательно посмотрим, что это за игра. Ну, в принципе, мы знаем, что это за игра, потому что мы проходили первую часть. Правда, не полностью мы ее прошли, но, тем не менее, понятия имеем, да? Чего нам ожидать. Так что, друзья мои, ждем. Ждем новинок, ждем прохождения по этим играм. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, какую позицию мы с тобой сейчас займем. Да ладно, в самурае, вот это хорошо. Правда, 93-я позиция, я так понимаю, что нам вот после этого поединка не светит перейти в лигу самураев 2 звезды. Но, тем не менее, нам дают 14-17, вот это хорошо. 14-17, так, выбираем с тобой 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь вот, друзья мои, есть большая вероятность сфейлиться, потому что они 41 уровня, а мы с тобой 54-го. В 10 уровней даже не получается, в 10, да? Нет, получается. Но это самый минимум. Это самый минимальный разрыв, который можно себе позволить. Я надеюсь, сейчас вот этот вот Лео или еще кто-нибудь нас тут не пошинкует. А они могут. Твою налево, ну-ка. Вау, отлично. Так, наверное, блин, Макман вредный, но я хочу попробовать майки ушатать. Получается. А этот что, хиляет? Да, он хиляет свою команду, правда, уже здесь, как ты видишь, мало бойцов осталось. Ну-ка, давай, Пит. Отлично. Слэш добивает. Ну и теперь остается Бивоп. Так, ну-ка, попробуем. Е! Унаичи его добила. Почему она из руки выпускает какой-то ультразвук? Я вот этого что-то не могу понять. Ладно, веер, который у нее есть, да. Но ультразвук-то откуда? В принципе, неудивительно. Я и не ожидал, что мы перейдем с тобой в 2 звездочки. Потому что, ну, сам понимаешь, уже ранги повышенные. Так что здесь... Так, 13-16. Но ведь можно получить 14-17, насколько я понимаю, да? Да, можно, и мы получаем. И пока мы деремся с тобой своими силами. Блин, тут надо кого-то взять массового. Массовичка, это кто у нас будет хороший массовик? Ты, я даже не знаю. Ну давай возьмем паукуса сюда для подстраховки просто-напросто. Потому что, ну, на равных, я думаю, что будет слишком долго и опасно. Надо брать одного какого-нибудь персонажа, который выделяется своей силой. Тыц, ага. Так, это запрет на лечение, насколько мы знаем. Ну, Леонардо у нас сам по себе сейчас пока слабый, ребята. Он совсем-совсем не прокачанный. То есть мы его как только открыли, мы в него не вкладывались, мы ему не прокачивали ни скиллы, мы ему не поднимали ни уровень. Так что, как бы брать его в расчет, то, что он будет топчиком, не стоит. Но, тем не менее, мы переходим с тобой в самураи 2 звезды. 57-я позиция, это говорит о том, что мы после вот этого поединка с тобой перейдем уже на самурай 3 звездочки. Так, а здесь мы выбираем 1, 2, 3, 4, 55 уровни. Плюс ко всему мы возьмем с тобой одного из топчиков. И это будет... это будет у нас Шархан, скорее всего. Или, как правильно говорят, это тигриный коготь. Но мне нравится называть его Шарханом.
Так, ну что, ребят, давайте посмотрим. Шархан должен, по идее, первым ходить. Делаем с тобой массовую атаку с понижением брони. Даже некоторых ушатали. Секундочку, наверное, вот сюда мы сделаем пробивной. Кстати, за Хана тоже некоторые ребята голосовали прокачать его, но там буквально 2-3 отзыва было. В основном на видение делали ставку. Говорили, у него две массовые атаки. Ребят, ну вот это вот бочонок, насколько я помню, да, который он бросает, эту тыкву. Запрет на отхил. Она массовая, да, но я вот не помню, она наносит ли урон? По-моему, наносит. Я даже помню, как этот выглядит перк. То есть он бросает бутылочку, в нее стреляет. Нет, она должна наносить урон. Так, ну ладно, это мы узнаем с тобой позже. Самурай 3 звездочки, 96-я позиция. То есть до сёгунов. До сёгунов у нас не получится сразу дойти. Придется, наверное, 2 боя здесь делать. Это как минимум. Но я вот хочу получить 15-19. Но, судя по всему, не хотят они мне этого давать. Нет, не хотят, смотри. Ладно, придется соглашаться. 14-18, ну это, по крайней мере, самое такое мощное, да, что я могу себе позволить. 44 уровень у наших противников. У некоторых даже есть 46, поэтому возьмем здесь Донателло. Ну что, до 6 у нас... Подожди, до 6. До 5 уровня у нас прокачан скилл на Дони. Это именно вот этот вот... А, подожди-ка, здесь... Надо было, наверное, атаку повысить. Хотя сейчас глянем, как он бомбанет этим метеоритом. Слабо. Слабо, друзья мои. Ну почему слабо так у Донателло, а? Не знаю. Я вообще-то думал, что вот эта массовая атака будет вообще крутая. А ты видишь, как она отнимает мало. Нет, мы еще прокачаем, конечно, с тобой до 6 ступени. Посмотрим. Но почему-то он меня расстраивает. Может быть, конечно, зависит еще и от уровня. Потому что уровень не прокачанный. Соответственно, это тоже влияет на мощность скиллов. Так, ну что, 42-я позиция, да? Поехали. 15-19. Вот это я как раз хотел получить. Немножко меня пугает, что у нас мало уже персонажей. А нам еще тут до Лиги Сёгунов 3 звезды пиликать и пиликать. Так, возьмем, наверное, Зека. Зека возьмем, бросим бомбочку. В принципе, может быть, даже есть такая возможность, кто-то упадет. Может быть и нет. Проверим. Смотри-ка, никто не упал, все выжили. Окей, а если мы сделаем так? Ну-ка. Так, ну что, троих подбили. И, наверное, сделаем вот так еще. Тоже массовая атака. Да. Давай смотреть. По идее, должны перескочить. Ну, тут еще главное, что мы с тобой зарабатываем мутаген, который нам необходим. А его нужно очень много. Нам нужно поднять, ребята, и по рангу, да? В платину и персонажа перевести. И еще к тому же нужно прокачивать скиллы. 15-19. Ну, я боюсь, что, конечно, они мне не дадут 15-20 здесь. Скажут, ну ты, парень, совсем оборзевший. Хорошо, соглашаемся на их условия. И вот они наконец-то меня уже догнали. Они плотненькими стали, 51-й, да, смотрю, уровень 52-й. А мы с тобой, тем не менее, плавненько переходим уже к 60-м, да? Так точно, возьму, наверное, я здесь Змейка Вьюна. Будет еще один перестраховочный персонаж. Так. Ага. О, Лапекс, кстати, заметь, да? Инициатива какая обалденная. Несмотря на то, что она по уровню, если Змейка Вьюна у нас 70, а она 56, она его переплевывает вообще в легкую. Я тебе скажу больше даже, что за лисичку тоже были отданы несколько голосов. А вот это, ребята, уже опасно. Если мы сейчас твою налево, давай быстрее, Донни, иначе тут крышка нам будет. Фу. Ничего себе. Они сделали свои удары, ребята, и повесили на нас постепенку. Мы начали с собой терять здоровье. Хорошо, что у нас хоть какие-то были массовые атаки. Так, ну что, 40-я позиция. Не будут они мне давать... А вот, есть 15-20. Немножечко сделаем с тобой отрыв. Уровень у противника уже 55-й. У нас точно все отыграны? Все.
55-й, 59-й. Так, а мы с тобой возьмем, наверное, сюда Ваньку. Я думаю, что Ванькиной базуки здесь должно хватить. Но это не точно. Сейчас проверим. В плане моей... Ты... Что у него с глазами, ребят? Опять, вот почему такой глюк происходит? Пучеглазые такие стоят там. На, не хватило. Я думал, что одного заряда будет достаточно, но, видишь, ничего подобного. Так, минус Донни, и надо добивать нам Бибопа. В плане. Вот и все. Отлично. Ну что, я думаю, сейчас мы перейдем с тобой в Лигу Сёгунов. Две звездочки. Давай, давай, не томи. Смотрим. Да, и позиция у нас 94-я. Опять, прикидывай, два поединка нужно сделать. 15-20. Дайте мне, пожалуйста, например, 15-21 или 16-21. Не. Не дают. Ладно, ладно. Давай, отыгрываем дальше. Раз, два, три, четыре. И сюда мы возьмем, наверное, Бакстера Стокмана. Как-то не смотрится, да? 99 уровень, нужно обязательно, ребята, ему вкачать сегодня соточку. Ну, опять же, ребята, если мы будем ему вкачивать соточку, это же сколько нам нужно мутагена? Здесь где-то нужно 30 с лишним, да, тысяч мутагена. И не забывай, чтобы перевести в платиновый ранг, тоже нужно немало мутагена. То есть у нас выбор. Ну, естественно, я свой выбор вкладываю в то, чтобы перевести персонажа в платиновый ранг. Да. Ладно, погнали. Я думаю, сейчас будет 40-я или 30-я. Ага. 50-я позиция. Что-то мне вот это не нравится. Дайте мне, пожалуйста, 15. Вот. 16-21 есть. Берем с тобой Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Блин. Ну, видишь, в чем проблема? Персонажей мало у нас. Там остается у нас, ну, буквально еще два поединка. До Лиги Сёгунов 3 звезды мы дойдем, конечно, но до Лиги Мастеров это вряд ли. Но это, в принципе, и не суть важно, потому что все равно будет у нас завтра откат. Кстати, завтра у нас начинаются выходные, и мы полностью уже, как говорится, можем спокойно расслабиться и играть в свои любимые игры. Да что ты будешь делать-то? Какого фига вы меня не перекинули-то? Ё-моё, у меня и так там проблема с персонажами. Они меня еще мурыжат, специально оттягивают все это, а? Не дали перевод, понимаешь? Не дали мне перевод на следующий ранг. Надо вот делать еще один поединок. Зашибись. Да, игра, конечно, меня немножко тут подгаживает. Так, даже не вырубил. Это в кому? Так, в Джастина, да? Добьем? Добьем. Так, ну давай, запах изо рта. А, минус броня, да, практически у всех. Окей. Железноголовый здесь не подвел, как ты видишь, и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас мы, конечно, уже перейдем. Так, Лига Сёгунов 3 звезды, позиция у нас появляется 64-я, и мы продолжаем. 16-22. Берем Армагона, берем с собой Усаги. А тут, по-моему, последний, да, у нас раз, так. Итак. Остается Рафаэль и Леонардо. Ну, откаты есть, поэтому можем, в принципе, потратить и сделать еще полноценную катку. Поехали. Здесь я не буду, ребят, ничего, как говорится, тратить. Никакие откаты покупать не собираюсь. Потому что, ну, это смешно и нелепо. Все. В любом случае, тут тебя скинут, как ты ни крути. То есть, завтра ты заходишь в игру, уже находишься в лиге... Я не знаю, там в лучшем случае самураев там 3 звезды. Это в лучшем случае. Могут даже ниже скинуть. Слушай, ну если у нас еще будет один поединок, то, конечно же, мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров. Но единственное, что нам придется, конечно же, сделать еще один поединок. 16-22, отлично. Так, Рафаэль, Лео. Так, так и вот так. Поехали. Ну, тут ты сам понимаешь, тут топовая команда.
Никто здесь нам вообще ничего не сделает, а мы их сейчас будем тут крушить налево и направо. Так, Усаги выпендрился, а Супер Шреддер, естественно, добил. Все. Манхэттен, видишь, там вывеска. Ну что же, давай смотреть. Мы переходим по любаську в Лигу Мастеров, ребята. Позиция у нас 82-я. И сколько же мы с тобой накопили мутагена за этот заход? 23, ну почти 24 тысячи. Ребят, даже не хватает на Бакстера. Но зато нам хватит на поднятие ранга. Так, где у нас Леонардо Видение? Ну что, ребята? Да, круто. Круто, ребята, что Лео перевелся. Две массовые атаки. Одна, я так понимаю, вот это, да? Называется Град Стрел. И вот эта опасная тыква. Ну что же, я надеюсь, ребята, вы очень довольны. Об этом вы можете написать в комментариях. Так, ну а мы с тобой смотрим дальше. Поднять уровень персонажа. Ну это если только кому-нибудь... кому-нибудь маленькому, слабенькому можем с тобой, да? Например, Рокстеди. Хоп-хоп, он там начал сразу радостно танцевать. Так, ну мы забрали с собой награды. Здесь у нас... испытание. Я думаю, сегодня не будем ничего, ребята, трогать. Начнем, наверное, уже завтра. Как раз ареночку подтянем, да? Так что я доволен, в принципе, то, что Леонардо у нас прокачался. Надо будет, конечно, с Донателло быстренько закончить уже с полной прокачкой и уже браться за других персонажей. Сколько тебе нужно, а, бро? 31 тысяча. 31 тысяча, это нам, блин... это нам нужно еще делать полноценную заходку на арене. Только после этого я смогу его прокачать. Других вариантов я не вижу. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя,